наконец-то настроил на камеру, дорогие зрители, подписчики. Сейчас я вам покажу тот райок, который переселял я около недели назад, когда словил. Буду сейчас оперативно быстро показывать тоже, потому что то камера сбивается, еще памяти не хватает. Вот, материала много, во райок какой. Вот. Тут, оказывается, вы еще и подселились к нам муравьи. Вот. В прошлый раз я все не снял, не показал, какой расплод. Сейчас я вам покажу. Агрессия, я вам скажу, средняя. Не сказать, что сильно пчелы агрессивные, но с учетом, что это может быть простая, как говорится, аборигенка какая-нибудь. Сейчас мы посмотрим, вот, что у нас тут творится. Рамки они почистили, уже начали заливать тут. Вот. Печатка белая тут. Вот, что-то строить они начали. Сейчас мы посмотрим. Что-то мне нравится. Вот. Ну вот, они начали заливать рамочку. Перга, медок. Так. Ну, конечно, они разбушевались. Тут тоже медок. Ой, яйцекладку матка пока не носит. Тут у нас расплод, как я и обещал показать, открытый. Вот. Вышла недавно пчела молодая, вы видите. И снова его засел. Матка хорошо работает. Жалко, забыл сегодня рамки с вощиной дома. Так, тут тоже чистый присев, открытый расплод. Вот и маточка умеченная, вы видите, да? Вот. Интересная маточка такая. Работает молодая. Темная пчела. Тут его расплод тоже вышел и сразу засевает его маточка. В прошлый раз было все забито. Пчелы сейчас много. Вот, смотрю, медом она заполняет рамки. Надо будет ставить в магазин, наверное. Засев тут есть. Это хорошо. Так, матка сеет. Так, чистая рама тоже медовая с расплодиком. Вот, расплодик. Его чистые, они оттянули сами рамы. Сейчас подложим им рамочки. Пойдем возьмем. Паузу поставлю. Ну вот так развился райок за неделю. Надо ставить в магазинчик, в принципе. Так, я расширил гнездо. По возможности через пару дней я привезу лощины, сушь новую с другого точка. Поставлю целый корпус и пускай семья, в принципе, может уже работать на медосборе. Главное, чтобы погода сопутствовала. Как бы сила и энергия у этой семьи есть, у этого роя. Как бы надежда на нее большая. Ну и вы следите, смотрите. Я вам вкратце показал, что, как. Вы делайте сами выводы. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте свои лайки. Обязательно. Вот такие его лайки ставьте.
Кому не нравятся, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, до новых встреч. Следите за новыми видео.